сделай, потом все. Потом бебру нюхай. Максим, так, я направо, 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 спасибо. Я сейчас... Так, 4 у них. Ну такая, такая трохи зрадка. Мой шердан был лучше в этот раз. Как тебе, когда ты собираешься уходить? В каком моменте, Лазар? Уже. Молодец. Ребят, смотрите, почему мы уходим с фланга? Потому что здесь абсолютно вся красная команда. Ну, я бы дал бы еще птычку одну. Не хочешь? Я уже уеду, сейчас там Е3, видишь, там сейчас сотрем. Давай. Ребят, здесь практически вся красная команда была. Нас здесь, мы были здесь в меньшинстве, красные уже пушат, активят, поэтому нам в идеале нужно закончить город. Только пробей. Пробей, я доберу. Просто пробей. Просто пробей. Шридан еще не живой, шотный. А у нас уже минус 2. А он уехал туда. Нет, 2 ТВП такое, оно все. А, МЛ-шку надо разменивать. А ты там, ладно. Давай, поехали, я с тобой. Тут большая проблема. Это Блиц. Это Блиц. Леста тоже Блиц. Wargaming тоже Блиц. Это World of Tanks Блиц. Мир танков. World of Tanks. Сейчас дам ПТОП. Блиц. Попробую повторить процедуру, но нет. Сейчас обхожу. Надо делать зажим. Отлично. Блин, не сделал шотным. Не сделал шотным ТВПФу, ну ладно. Я КД. Блин. Он ее ставлю в порошок. Там еще одна ТВП-ха. Блин, не дал. Уходи отсюда, уходи в город. Можем забрать ТВП, Бачата, Жиридана. Уходим. Назар, я уезжаю. Уедь. Мы двух тяжей никогда в жизни не убьем, но Левандовского еще можем разменять. Ребят, наша задача сейчас попытаться помочь Левандовскому победить 3 средних танка. Ну, легкие, средние танки, неважно, я их всех под одну дудку загребаю. Я сейчас заеду в корму. Я пробую Бачата сейчас убивать. Я только чуть позже приеду, понял, типа, задержишь. Давай, Шридан твой, Бачат мой. Шридана забрал? Сейчас, где она? ТВП худаш? ТВП худаш? Попробую фугой забрать, если успеваю. Успел. Хорошо. Уезжай. Я не знаю, как это выигрывать. Надо перекрестник создать. Едь со мной сюда. Сейчас я заеду так, чтобы взять перекрестник. Руслан, огромное спасибо. Дам оно. О, сейчас проедет. Сейчас дам ему. Понятно, Шридан, ясно. Не шотные, ну вот он как бы в перекрестнике. Он меня смотрит. За тобой едет. Хорошо, отлично, ко мне едет. Отлично. Я еду на коня, потому что я буду получать сейчас от ИСа. Понял, давай. Коню еще дашь? Сейчас попробую. Когда дашь? Фугасом дашь? Нужен фугас, потому что для ИСа 7 я уже шотный. Нужно, чтобы ты получил от коня, если что. Ты дал? Умница. Я уезжаю далеко, пробую. Вот так вот, ребята, надо играть. Все, курва, я поехал нахрен отсюда. Езжай. Я на 2 выстрела нас. Сейчас, я сближусь, просто чтобы ты первый получал. Я центр стану. О, имба, я центр стану, меня тут не достанет. Тут будет вот эта вышка, от этой вышки я могу играть. Сразу. Не получай лишний раз, ты еще пригодишься. Ну, я тебя крою. Есть бой. Все, создаем перекрестный. Давай, ты дашь, хорошо. Я тоже, кстати. Он на адреналине. Меня целит. Я уеду. Тяжело, конечно. Могу взять. О, я беру флаг! И все! Назар, беру флаг, а ты меня кроешь. Он ему придется сюда ехать. Все, беру, да, засветишь его. Мне нужно, чтобы ты смотрел его с этой стороны, а я с этой стороны. Все. И пусть сближается, я могу кататься вокруг камня сколько угодно. Я буду. Он КД.
Я на адреналине, я ему еще дам тычку, не ссать. Я ему сейчас, не надо, не рискую, сейчас я ему корму дам спокойно. Говори, куда он смотрит. Я еще, на меня смотрит. Я его байчу, чтобы он хотел на меня смотреть. Не сближайся, корму Назар, не сближайся. Ничего, я катаюсь, убивай. В какую сторону он едет? Только там аккуратненько, надо повыстреливать. На кого смотрит? На тебя. На меня. Пусть смотрит, ладно. То, что встал на захват, то, конечно, погано. Ну, когда ты будешь там по нему стрелять уже, курварак? Сейчас, подожди. Заезжаю за поезд. Ой, за поезд, за трамвай. Все, я... Он стоит, меня смотрит. Молодец. Кто-то с нас умирает, можем добрать. Давай. А, все, он вниз. Молодец. Ну, Назар, тут аплодисменты будут или не будут? Можно оформить. Можно. А автографы раздать можно будет, да? Вот эту всю тему, короче, можно, да? Да. О, у тебя мастер. О, у меня еще и мастер. Экспекту патроновый куб! Как-то так, ребят, как-то так играют. Говорю-то... Ого, мы урона на взвод дали на шериданах! У тебя тоже пятерка! 10 000 урона на взвод на шериданах, 5 фрагов и тащерский бой. Вы серьезно? Мы убили всех. Помнишь, в начале боя говорю, это будет не эпично на шериданах, такое неинтересно. На шериданах неинтересно играть вообще, ребят. Очко, на шериках неинтересные бои.